Мы находимся в Питере. Здесь, недалеко от Невского, во дворике колодца, сегодня шумное открытие клуба галереи «Галар Компот». Они появились здесь недавно, но еще до открытия начали собирать публику. Креативные выставки, живая музыка и недорогие напитки. Люди сюда ходят только определенные, публика ограничена. Друзья друзей и друзья друзей друзей. Остальные извините, у нас тут искусство, а не пьяная тусовка. Здесь атмосфера любви и дружбы, и мы хотим, чтобы, короче, остались это навсегда. Четыре человека оказались в определенное время, в определенном месте. Они встретились и начали действовать. Обсудили концепцию, поделили обязанности, всему уделили нужное внимание. Клуб получился эклектическим во всех смыслах. Однако в погоне за реализацией каждой из своих мечт ребята не забыли и о изначальном замысле. В общем-то, хотим, чтобы это место стало, да, как стартовой площадкой для многих молодых художников, молодых режиссеров, да, чтобы они приходили сюда, и мы им давали полную свободу. Да. Друзья работают не ради денег, ради души. Заработок идет на аренду, коммунальные услуги и оплату персонала. Все, что хотят ребята от «Галар Компота», это объединение людей творческих и душевных. Как это будет получаться, покажет время, но уже сейчас проект имеет спрос, и несмотря на кризис, инвесторы готовы вкладывать в них деньги. Эта работа была проделана за 2 месяца, то есть 2 месяца мы всем этим занимались, делали барную стойку, все это помещение красили, рисовали, думали, и практически вот все эти 2 месяца провели вместе, то есть жили здесь как одна семья. Мы это все делаем как бы, ну, для себя. Для друзей, там, для близких нам по духу людей. Вот. Мы не гонимся за деньгами, как бы, нам. Конечно, деньги нужны, но какой-то определенный там прожиточный минимум, например, да. Вот. И вот именно в этом как бы есть что-то такое. Потому что когда люди гонятся там, за деньгами, хотят именно на какую-то коммерческую основу все ставить, это пропадает этот вот дух искусства. Вот. Искусство в этом становится меньше, там, без вообще ничего. Люди относятся с пониманием, да, прекрасно, как бы они видят, ну, потому что все молодые, как бы, да не молодые, неважно, здесь разные люди, они просто видят это, да, и они что-то предлагают, что-то хотят, как бы, а когда ты что-то вот говоришь, какую-то идею, да, потом смотришь, что это реально реализовалось, не то, что тебе там, о, тебе обидно, то, что не ты сделал, ты увидел, как бы, да, как люди своим видением, да, это реализовали, вот, и я считаю, что люди радуются очень, и мы тоже радуемся. С днем рождения, Галар Компот. Хорошие, добрые люди, атмосфера, шик. Хочу дальнейшего развития этого места, очень все нравится. Отличное настроение, отличная движуха. Нас любят. Аллилуйя! Аллилуйя! Это место открыли мои друзья, и изначально здесь очень теплая обстановка, но не только для людей, которые знакомы с людьми, которые открыли это место, но и для всех людей, которые сюда приходят, которые любят искусство и различные креативные мероприятия, всех принимают с огромным радушием и с распростертыми объятиями. Каждый пришедший сегодня в «Галар Компот» дарит в подарок любую книгу по искусству, технику живописи, биографию любимого писателя или просто томик Ахматовой. Все это будет основой библиотеки клуба. Почитать и чему-нибудь научиться сможет каждый посетитель. Подобных мест в Питере, известному своими театралами и музыкантами, еще нет. «Галар Компот» – это новшество в этом городе. Главный по компотам говорит, если мы приобщаем людей к искусству, мы делаем мир лучше. О чем еще можно мечтать?